Добро пожаловать, дамы и господа, с вами снова Мини-Парша. И на этой неделе мы знаем то, что происходит невероятное чудо – раскрытие моря. Раскрытие моря на самом деле – это символ, который мы можем пользоваться каждый день нашей жизни. Когда мы видим море, мы не видим то, что в нем внутри есть жизнь, то, что под водой есть этот песок. Мы не можем это сразу увидеть. И в этой недельной главе это именно и произошло. Море раскрылось, и мы увидели путь, и мы прошли. Каждый день мы живем в материальном мире. И когда мы выходим на улицу, мы не видим божественность. Мы не видим божественность сразу. Мы видим материальные вещи. И как мы можем раскрывать море, раскрывать божественность, видеть божественность во всем и поднимать божественность во всем? Например, когда ты покупаешь стол. Это абсолютно материальная вещь, это дерево. И ты берешь его домой, приглашаешь своих друзей, приглашаешь семью, вы празднуете Святой Шаббат, или вы изучаете Тору, или вы празднуете праздники. Вы берете абсолютно материальную вещь, в которой вообще не видно божественность, и вы раскрываете эту материальность, вы раскрываете, и вы видите то, что на самом деле это было сделано, чтобы служить Творцу. И так можно делать абсолютно со всем. Со всем, что у нас есть в жизни, мы можем раскрыть это море, раскрыть эту материальность и увидеть то, что все, что было сделано в этом мире, это было сделано, чтобы служить Творцу. Так что давайте, мы будем раскрывать наше персональное море каждый день и делать вот такие маленькие чудеса. С вами была Мини-Парша. С Божьей помощью увидимся на следующей неделе.